Каждое лето котельные города уходят на плановый ремонт. В течение 2 недель специалисты Сочи Теплоэнерго досконально проверят технологическое оборудование. Вот, например, с водопроводных труб были сняты все манометры, которые показывают давление воды. Сейчас мы все манометры отправляем на горспроверку для проверки на работоспособность и для дальнейшей установки на трубопроводы. Ведутся ремонтные работы запорно-регулирующего тепло-, газа- и электрооборудования. Сроки сжатые, поэтому надо быстро выявить проблемные места и устранить неполадки. Самая верхняя часть котельной – дымовая 30-метровая труба, где даже указан год постройки котельной – 1961. В этом году часть разрушенных кирпичей трубы будет заменена на новые. Кроме того, проведена чистка внутренней части. Параллельно ведутся работы на теплотрассах. На улице Чайковского буквально вытягивают из-под земли изношенные трубы. Специалисты предполагают, что их здесь не меняли около 30 лет. По второй, по третьей котельной запланирована замена ветхих сетей 215 метров. Вот. Объем очень большой, поэтому работаем в таком авральном режиме. И за 2 недели, конечно, успеваем это все производство выполнить. А на этом участке уже укладывают новые трубы. Это улица Новоселов. Ремонтные бригады после замены теплотрассы восстановят полностью разрытое дорожное покрытие. 25 августа плановый ремонт в этом районе будет завершен. И таким образом горячая вода, поступающая из котельных номер 2 и 3, появится в квартирах уже 26 числа. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.